Рейд службы судебных приставов считается удачным, если удалось застать дома нескольких должников по алиментам. Массовый рейд 4 июня был именно удачным. Приставы навестили 60 адресов в Ленинском районе города. В результате на месте должники оплатили задолженность в размере 70 тысяч рублей. По четырем адресам было арестовано имущество – мобильные телефоны и телевизоры. Трем должникам вручены предупреждения об уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. У двоих установлено место работы. Туда отправлены копии исполнительных документов для осуществления удержания из зарплаты. У мужчины, чей долг перед ребенком составляет более 200 тысяч рублей, приставы арестовали личный автомобиль марки Opel. Машина будет передана на оценку, независимый эксперт произведет оценку этого имущества, и машина будет выставлена на продажу. В случае реализации машины денежные средства будут перечислены в счет погашения задолженности по алиментам.